Всем привет, уважаемые подписчики! К большому сожалению, стало известно, что не стало актера «Улицы разбитых фонарей» Валерия Викторовича Гришко. Родился актер 12 ноября 1951 года в Донецке. В 1972 году окончил Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской по специальности режиссер народного театра. С 1972 по 1974 годы служил в армии, где руководил народным театром Советской армии при Кандалашском гарнизонном доме офицером. В 1979 году стал режиссером Курского областного драматического театра. В 1984 году набрал актерский курс «ЛГИТМИК» вместе с известной актрисой Ларисой Малеваной. Кино начал сниматься с 2003 года, дебютировал с небольших ролей в сериале «Улицы разбитых фонарей» и «Любовь императора». Первую главную роль исполнил в сериале «Дело чести», сыграл Асхабова, который проходит путь от милицейского опера до генерала и члена Государственной Думы. Причина смерти актера не уточняется.